Enemy missing. Enemy missing. Блять, вас тоже это злит, когда вы пытаетесь юзнуть какую-то команду из ВГС и юзаете кобилку, блин. Это просто накаляет. Все нормальный чат, нормальная вебка. Вы видите соперников и все. Не карту чуть-чуть сдвину, сдвину потом завтра. Земля пухом, локи джанглер. Здорово, Валера. Так, редактор экрана и карты чуть-чуть сюда, да? Все, вам так нормально видно? Ну, немножко низ задевает чат, но... А, я, по идее, его могу просто выше поднять, да? Вот так вот. Все, попал куда надо. Teamwork. Hello, здорово, здорово. А, я по привычке взял их. А что мне брать? А Егис брать? Какой в этом смысл? Бицы мне нужны, чтобы меня не контрили. Наверное, так. Ну, типа, отмазку придумал. Вот, все ровненько. А вам король белого траншлык. Че вы там обсуждаете? Сейчас, если сделать 75 ранг побед, белый Морган дадут, если да, то без понятия вообще, братан, без понятия. По-моему, ее не дают. Ну, про скин на Ахмузен Каба также говорили, но при этом его давали. И потом. Привет, Муар. У меня что-то с сенсивити очень люто. У меня что-то сенсой, алло. Я не вижу. Он будет меня сейчас бить. Окей. Что, мне так нехило нужно. Enemy missing middle. Нехило так нужно чувствительность уменьшить. Нет. Как они уже? Они не пошли что ли баф фармить, я не понял. Не, ребята, это невозможно. Плевать на левел, но это невозможно. Так, управление. Вот. Да, теперь тяжело доводить. Сука. Дублируется. Блин, опять вылез старый чар. Бля, теперь я не довожу просто. Сейчас, ребят. А что, слева есть чат какой-то, что ли? Что у меня с сенсой случилось? Ничего нет, все нормально. А чё? Не пойму, кто меня обманывает?
чё, брехуны, что ли? О, как хорошо, что он крипчиков собрал-то все. Да не, не должен. Срать не должен, наверное. Все, маны нет, нужно возвращаться. Так, чат не должен дублироваться, ребят. Потому что я его просто убрал пока что. Пока что убрали. И не хватает. А я хочу вот этот, кстати говоря. Я хочу типа спамить, много спамить обилками. Сейчас мы соберем Хроноса не очень качественным, наверное, билдом, но мы будем не автоатакой играть. Мне кажется, Хронос гибкий достаточно для этого, и его можно так собирать. Здорово, здорово. Нет, не читал. Но был бы рад, если бы читал. И новый чат убрал, серьезно? Бля. Хронос на Хроноса будет, ребят. Не куда-то на тот. Изи. Я так и не понял, хочу ман у них джанглер или что? Урона не хватило мне, конечно, но что поделаешь. Тут уж ничего не поделаешь. Здорово, Экспирейшн. То есть собираться мы будем чтобы обилками бить. Поэтому мы качаем единицу и тройку. Все логично, логично. Так, варды по-любому нам нужны. Варды по-любому нам нужны. Или же смена обстановки. Да, немножко передвинулся. Телек просто появился у меня. Ш успешный стример, много донатов, купил плазму себе. Вот опять. Как я мог не попасть? Двойка на два не сможет всех спокойно убегать. Да, я и так вроде как не страдаю пока что. Спасибо, ребят. Кто-то подписался, я слышал, да? Спасибо. Enemy missing right.
Enemy missing. Enemy missing. Блять, вас тоже это злит, когда вы пытаетесь юзнуть какую-то команду из ВГС и юзаете кабилку, блин. Это просто накаляет. Спасибо за подписку. Кто-то подписался, я не видел. Ну, что поделаешь. Два на любой цифре дает ему бег. А на два не тратит ману за каст, не считая прожать. В смысле, да, я знаю, Кортекс, спасибо. У меня как бы он 10-го мастер левела, плюс звезда на нем, как бы, ну, я. Как ты понимаешь, я не говорю, что я хорошо на нем играю, но я много на нем наиграл. Точнее, достаточно, чтобы знать, что делает его двойка. Спасибо. Бум. Окей. I'm going for jungle block. No. Enemy missing middle. Look at the time. Никогда такого не было. Пуш активки на боковые кнопки. А, я понял. Я в играх привык не менять раскладку. Единственная игра, которую я прям под себя настраивал, это Fortnite. Локи спорт. Нет, Локи АДК. Вроде так. Да, то, что Хатиман джанглер, ребят, это только в начале как бы идет распределение. Потом это все... фигня. Un enemigo ha sido asesinado. Enemy missing middle. Be careful, middle. Ultimate is down. Здорово, Happy Hunter. Здорово, братан. Un aliado. Enemy missing middle. Ага, они убили. Помню, когда только вышел этот скин на Хронс, его все хейтили. Да, я знаю, я не хейтил. Чего? Я просто завис. Видели? Что это было? Так, нет, мы идем в мага, да? Мы помним. Что нам нужно для мага? Как она по-русски? Вот так вот, да. Тебя оглушило в пучах. Путь же оглушает после хила, разве нет? Масаджа. Его же стан работает просто после какого-то там тика хила, нет? Ну вообще не должно, типа, это бред. Вы поняли, да, как я стреляю нынче? Эти способности Ахпучи накладывают на тебя добав, если ты хильнулся. Это я знаю, господи, ребят, ну вы что, угораете что ли? Не работает это на Майнкрафт. Не должно работать, насколько я знаю. Okay. Блять, братан, ну, я не думал, что его вытянешь сразу. Сейчас бы не попасть. Это очень странно было. Нет, братан, второй раз так не сработает. Your right tower has been destroyed.
Let's go. Attack. No. No tienes piedad. Ba-ba-ba-ba-ba. Let's go. Enemy missing right. Be careful. Он ультанул, алё. Да я знаю, что он хилится, хорош. Это я знаю, но на такой хил раньше куча не работала, это точно. Будем разработчик считать, что хил Хронос как полноценный. Вы как будто угораете. Каждый про это написал. Типа, у тебя ж хил. А, хил, двойка-то хил. А, хилит. Пацаны, двойка хилит у Хроноса. Я знаю, спасибо. Да не, я угораю просто смешно. А, еще можно откатиться, да, вовремя на ульте, и все будет ок. Вижу. Enemy missing middle. Let's go. Yes. Okay. Okay. Be right back. Okay, я понял. Где Полик? Завтра будет. Not my fault. Enemy missing left. Be careful, middle. А что же тут? А, ребята, двойка хилит. Я-то думал, господи. Not my fault. я всегда угораю с этого. Где-то уведомление, не знаю, ребят, нужно, можно на ютубе колокольчик поставить, там стопудово будет уведомление, я уверен. Гайды посмотреть точно. Что, прикол, что ли, такой? Не пойдем? Нормально, нормально. Возможно, меня моя двойка спалила. Но убиваем их, двоем их. Сорбисио репатрия. Двойку, точнее, вот эту часть часов, так сказать, юзаем только на товара. А деремся только по третьей фазой. Бак, бак, бак. С какого момента Сан Вуконг у нас Саню Кун? Да не знаю, его всегда вроде на Саню Кун, понял? Саня, он чё? Укунь. Он окей. Мы идем в мага. Полик будет потом. Полик будет. Но сначала будет замедло. Хочу замедло. Хочу дурной билд.
дурнобилд. Почему только под третьей фазой? Потому что я хочу поиграть Хроносом как магом, не как автоатакером. У нас там Дональд Дак в команде, да. Братан, будет еще что-то? А, окей, он его и так убил. Лол. Эй. Ну, сейчас проверим. А, на мне не висит, не висит это говно, ладно, а дубой. Всегда ржал с перевода короля обезьян, снимаете. Если напишешь, с каких пор Сан Вуконг король обезьян. Нижа хорошо отыгрывает. Почему я, алло? Как? Не бы пробивание какое-нибудь, типа. Как выхиливается-то Хронос, господи. Нальяду, мудью и на патача. На патача. Мандару, мудью и на сача. Анкороко. Пипито. Пипито. Матанца интерупито. Ай, блядь, не видно было из-за ульты. Спасибо за подписку, ребят. Ребзиня, вообще от души, душевно, душой в душу. И все остальное. Сейчас я потею, вообще капец как. Ну, типа, стараюсь, поняли, да? Ты давно в смайт не играл, нужно припотеть. Собери осколок капсид вместо гема. Нет. Цель намечена, мы идем к ней. Блин, не хватает немножко, да? Пойду доформлю. Ты что, отписался от меня? Ясно. Давайте хоть ворота. Все, осталось пробивание какое-нибудь. И полик, наверное. Да, полик. Ну, блин, полик для автоатаки больше, конечно. Behind us. Мэн, у двойки, считайте, отката просто нет. Ну, братан, много нанес же, много, можно было улететь. Я кого-то застанил. Господи, я чуть не умер. Не, дракон, подожди пока. Они сами там разберутся. Mataron a uno de los tuyos. Un aliado cayó en la batalla. Mandaron un enemigo al más allá. Короче, я не знаю зачем, но они очень зря полезли туда, как по мне.
Что за комментатор? Испанский. Так его бесплатно дают. Под полик нужен билд специфический, да, я тоже так думаю, поэтому и думаю, нужен ли мне полик или нет. То, что я возьму пробивание, это да, и возьму, скорее всего, да, обсидиан. Что-то дорогой шест. Комментаторы этого давали просто бесплатно за какое-то там количество из сыгранных игр в какой-то из патчей. Я не знаю, сейчас работает эта штука или нет. Давали русского, испанского, немецкого, по-моему. Сколько мне там нужно будет? Еще полторушка нужна. Полторушка нужна, ребят. Не знаю, зачем ему атак Fire Giant сейчас сделал. 5 побед сделаю, тебе 5 комментаторов в бразильском. Ага, ну вот, значит работает. Сказать зачем мне нужно. Я хочу поиграть не через атаку, ребят, не через скорость атаки. Это самый банальный билд, которым все играют, абсолютно все. Бразильский язык. Ну вообще, по-моему, нет бразильского языка, нет? Un enemigo ha sido asesinado. Let's go. Че, ребят, сейчас припотею немножко. Братан, ну ты же не сможешь мне нанести много урон. Я еще и мисснул. Есть он португальский называется, но он не бразильский, алло. О, здорово, Зинпуш. Да ничего, нормально, он. Роноса собрать в автоатаку любой может, типа. Другой момент, имеет ли смысл его вот так вот собирать, как я собрал. Типа, насколько он профитным будет, как маг. Мне кажется, скажи, билд, не же. Вот, смотрите. Очень странный билд. Попробую полик, ладно. Земля ему пухом. При этом он отыгрывает лучше всех в нашей команде. Просто надо силу делать, максимум силы и полик играть от 36. Ну типа да.
Кому-то дал, кому-то дал. Вот по Локи дал. Интересно, мы группаем сегодня. Мне больно так-то, но я выхилюсь быстро. Блин, как он задрал меня. Не пытается развести меня на ульт, типа, но я не буду. Видите, что он делает? Он ждет меня. Вонючий ахпуч ждет меня, а потом только взрывает. Я замедлил его, братан, вообще. Да нельзя. Так, отлично, отлично. Ай, плохо, плохо. Блин, не то юзнул. Здорово, Вудли, за Архилеса. Слушай, можно, но он не сильно актуальный, я бы сказал. А можно как-то, чтоб не я танковал? С бафом ФГ и первой, вот два. Это, блять, Кортекс, ты пишешь так, как пипец, чё? Хилтоп? Ну, не знаю. Не, я Баху со мной уже просили, я... У меня же есть видос на ютубе, я на соло брал. Ну что, медали травили? We need words. Ну где они? Я не понимаю. Блин, а броня, которая замедляет, она сейчас со 100% этой работы с шансом, да? Его просто размазало. Это мудила. Да, работает. Его вот эта штука работает на мою хилку. Это бред, конечно. Я говорил, Полик, не надо. Ну, я так думал, да. Что за звук? Так и знал. Он реально думал, что я даун и просто умру вот так.
ГГ. Отличная катка, нормальная катка. Привет, что за скин возвращения прикольный такой? Блин, а ты из последнего патча. Приветик, очень классно. Розочки там, цветочки такие. Выглядит просто зашибенно, я бы сказал, очень круто. Покажи стату матча, сейчас покажу. Нормальная первая карта.